приехали мы в Трагир, город мастеров. Притомило нас лежать на пляже. Припарковались примерно в километре от центра. Парковка стоит 5 евро в день. Так, тут какой-то импровизированный маленький рынок. Почему-то мои туда сразу пошли. Вообще мы не любители рынков всех этих. Хорватское мороженое, сладолед. Кстати, очень вкусное и нисколько не уступает итальянскому. Да, хорватские деликатесы. Осьминоги, тунец. Но мы уже будем покупать все на обратном пути. Прошутто, сыры. На обратном пути, да, потому что таскать с собой по городу это все. Вон, кстати, колбаску можешь попробовать, Миш. И одна единственная, все стаскали. Мороженое можно везде поесть. Вот. Очень вкусно все. С медом этим мы знакомы. Мы его каждый раз привозим с Хорватии. Ладно, давайте пойдемте в город. На рынок потом, на выходе. Идем гулять по улочкам старого города. В музей, скорее всего, не пойдем. Из-за кондиционеров. Потом тяжело ходить. А может и пойдем, посмотрим. И опять плитка отполированная ногами туристов, и не только туристов. Очень скользкая, надо ходить аккуратно. Какую рыбу, Кирилл, будешь есть? Трески тут нет. Ну и что? Камбала вижу, окунь вижу. А может, не окунь, но похож на окуня. Ладно, пойдем возьмем карту. Ну что за башня? Святого Марка башня 14 века. Но закончил только 15 век. Ага. Наблюдательная? Для защиты, понятно. Красивая башня, хорошо сохранилась тоже, да? Хотите доломать? Хорошо, так она разъехалась, да? Да. Ладно, пойдемте. Идем дальше. Сейчас попытаемся в эту крепость попасть. Ух, какой шарик. Это луна. Луна, Кирилл, смотри-ка. Фестиваль проходит. Да, тут какой-то фестиваль проходит, судя по всему. Лунный. Там танцы при луне. Цены на посещение замка в период, в наш период. Ну что, идем в замок. Форт Камерленга, да? Так называется. В этом крыле жили солдат? Да. Я поняла.
Лебеди тут летают. О, лебеди. Голуби. Лебеди. Да. Сталактиты везде. В окнах. Видимо, вода. Кирилл, не надо руками по камням, Кирюш. Не упадешь. А, скользко. Так сбоку берила. Всю грязь Кирилл собрал. Панорама на Трагир открывается сверху замка. Идем прямо. Город сплошных ресторанов. Кстати, Старый Трагир находится на острове. На него перейти по маленькому мосточку нужно. А мы здесь были? Нет? Нет, не были. Очень много сувенирных лавочек. Туда, налево. Там выходишь уже вообще. Вот та церковь, с колокольней которой мы только что слушали звон музыкальный. Когда были в замке на башне. Ну что, идем дальше в город. Устриц я в Ирландии поем. Что мне тут? Устрицами меня тут не удивишь, но они здесь живые. Видите, как сохраняются устрицы? Я не знала, что устрицы у них есть. Крупные, кстати, достаточно. Ладно, пойдемте. Я боюсь здесь брать устрицы. Ой, как красиво здесь. Как аутентично. Здесь бургерные всякие. Бургерные. Бургеры нам не надо. Вот столики здесь красивые. Нет, не достаешь. Широкая какая улица, да? Иди туда, в ту сторону идем мы. Скользко, Кирилл, здесь, аккуратно. Ну что, налево, направо? Налево. Налево? Пойдем налево. Вот мостик, который соединяет современный Трагир со старым. Так, мы заходим на рынок, берем то, что хотели, и уже едем в горы снова сегодня. Хотим посетить таверну, в которую мы не попали в понедельник, потому что она закрыта была в понедельник, чтобы поужинать, пообедать. Ну, пообедать и поужинать заодно. Мне Трагир точно понравился больше Сплита. Хорошая новость на рынке. Здесь принимают карточки. В барах не принимают, принимают только наличные. А карточки принимают практически здесь везде. Что радует.
Рынок здесь просто шикарный. Вот твой. Где? Вон, Кирилл, с той стороны смотри, если будешь там. Вот твой. Пала. Truffles. Truffles. Over there. А, здесь только намазка. Ой, очень маленькая. Это не то. Вот если только черный трюфель такой взять. Black one. Что ты с ним хочешь сделать? Да я Ане обещала. А-а-а. Но я не знаю, какой она белый хочет, или белый, или черный. Вот такие есть. 30 евро. Там 14 до 30. Все, берем трюфеля. Не хотите вот этих? Нет. Этих. Фиги. Кирилл берет корочки апельсиновые, засахаренные. Ой, как меда много. Меда, оливкового масла, фиг. Все, бежим к парковке, потому что очень много времени потратили в Трагире. Набрали меда, взяли черный трюфель в подарок, потому что нас просили привезти. Взяли сыра с трюфелями. Что еще мы там взяли, Миш? Апельсиновые дольки не забыли. Да, взяли прошутто и какую-то колбаску местную, спайси. Я надеюсь, что нам понравится. Ой, как тут свежо на берегу. И шапку сдувает с меня. Все, уже едем в горы сейчас. Есть хочется, проголодались, нагулялись с утра. Съездим в таверну, называется Стелла Кратика. Я надеюсь, она не закроется до нашего приезда, потому что работает только до 3:30, что мы успеем хотя бы к 3 туда добраться и пообедать. Меню 4. Я знаю, что меню 4. В общем, доехали мы до таверны. Сюда, кстати, без билетов не пускают. Хотите попасть в таверну, купите билет на экскурсию. Но поскольку мы посещали до этого крепость, она покрывает 2 места, поэтому мы зашли сюда бесплатно. Ну, как бесплатно? Мы уже заплатили до этого. Кирилл ждет свое меню. Не меню, а свои. Все, что он заказал. А заказал он, по-моему, пасту. А нам принесли стартеры. Как тебе супчик с тыквой и морковкой? И с оливковым маслом. И с оливковым маслом. Я даже не поняла, что ела, если честно. Что-то очень вкусное. Что я намазывала на хлеб? Забыла, что мне было. Я что-то как-то даже не прочитала. Я больше по второму выбирала. Так, это Мишина паста. Это моя с панчеттой паста. Так, Кирюшке несут. Кирюшке несут сырную пасту. С маслом и сырным соусом. Все, Кирюш, ешь. Он голодный был. Красиво выглядит, да? Особенно у тебя, Миша. Так сказочно. Приятного аппетита. Пирожок с лавандой и оливковым маслом. Ну-ка, разверни, что там внутри. Видно что-нибудь? Нет? Оливки? Нет, не видно. Не видно. У меня мороженое апельсиновое с корочкой на апельсина. Это, видимо, лаванда. Ну, похоже на лаванду. Лаванду в Хорватии выращивают в основном на побережье. Последнюю поездку мы были на лавандовых полях. Кстати, таверна прилагается или к музею оливок, или музей оливок к таверне. Даже не знаю, как правильно сказать. Что это такое, Кирилл, в банке? Это, наверное, Кирилл, конфеты или мыло? Мыло? Ну-ка, ну-ка, Миш, открой банку. Мыло кусочки я вижу. Здесь что, в банке? Ну-ка. Это мыло. Мыло. Да, лавандовое. Не надо нам мыло лавандовое. Крема. Да. Да, можно попробовать крема. Вот эта эссенция из этого растения.
Вот, видишь, желтый горит. Помогает при болях в суставах. Да? На тех же территориях, что цветет лаванда, произрастает и бессмертник. Музей маслин. Уже закрылся, мы не успели. Мы не успели. Вот, ну не судьба нам сюда попасть. Второй раз приезжаем. Сначала они не работали, теперь мы не успели. Проели долго. Пойдем туда в обратную сторону. А? Здесь магазинчик. Неудобно, они работают. До 3:30. Ликеры. Крема клубничный. Да, и трюфеля есть тоже. Ладно, пойдем. Нет, Кирилл, уже купили лимонные дольки, апельсиновые дольки. Угу. Да, то, которое там, пробники. Не судьба нам тут побывать. Bye, thank you. Не судьба нам тут побывать в музее оливок. Два раза приехать в горы и не попасть оба раза. Так, ладно, все, едем к морю купаться. Где выход? Поехали. Будете по садам еще гулять? Нет. Купаться. Купаться. Лимоны. Где? Вот.